Ну что, пора бы и ворваться. По три пика уже сделали обе команды. Даже четвертого персонажа ЕГЭ забрали. Наконец-то дождался я. Появляется Shadow Demon в пике команды Evil Geniuses. Как давно не было. Добро пожаловать, и мы тебя с нетерпением ждали. SD — это дисбаланс в любом случае. SD от PPD, возможно, еще больше дисбаланс. Если, конечно, PPD не будет показывать игру прошлого матча. Там он умирал по КД. И страшновато было смотреть на данного игрока вообще. SF, Shaker, Beastmaster, Shadow Demon в пике команды Evil Genius. Со стороны команды Not Today, Leon, Batrider, Troll, Warlord и Templar Assassin для я думаю, для Ифрита на мид. Куда-то еще задвигать ТА, это, конечно, полнейший провал. Ну что, вот ЕГЭ в бан ушел Skyros Mag, ушел Снайпер, Сайленсер, Медуза и Ancient Operation. Not Today успели забанить Чена, Шторма, конечно же, кого бы еще, как не Шторма. Vengeful Spirit и Enigma, последний бан. На это у команды Not Today есть минута. По первой игре вы все, в принципе, видели сами, но для тех, кто только подключился, для тех, кто не наблюдал, кто заливал свои рарочки на каких-нибудь сайтиках и не может понять, почему, ну и как вообще быть, и какова судьба его их рарочек. Первая игра была за Not Today. Not Today по всей карте доминировали. Единственное светлое пятно в команде ЕГЭ был Fear, который играл на антимагии. Fear, который, по-моему, теперь будет играть на Фантом Лансере. Ну, не пошел антимаг, возможно, Фантом Лансер пойдет. Сларка нет, Сларка в баню нас не отправили. Сларка, наверное, по этой игре уже не появится, но Медузу в баню команда ЕГЭ отправила. Так вот, антимаг в соло справиться с командой Not Today не смог. Персонаж, конечно, серьезный, вроде бы не контрится, вроде бы такой отрывно-лицевой парень, но против пятерых просто не вариант. Команда Not Today расфармилась в составе пятерых человек, а команда ЕГЭ расфармилась в лице одного Фира. Не хватило Фира, потому что лились ЕГЭ просто рекой. Все один за одним рассыпались постоянно, ни у кого не было положительного КДА. В конце даже АОИ 2000 на Сент-Кинге ушел у нас в отрицательный показатель КДА. Ну и не справился Фир, не вытащил команду за уши, как не хотелось ему. Но такая была тактика, сработала бы она, не сработала, непонятно. Гоняли ЕГЭ по всей карте, и там уже все, в общем-то, было на одном игроке висело, но не получилось. На данном этапе, в общем-то, есть такие ребята, которые не должны умирать по КД. Если СФ будет у нас умирать по КД, если Сумаил на СФ в миде будет умирать по КД, то, конечно, игра действительно тоже может оказаться в провальной. Ну, посмотрим, будет ли здесь такой же развал на ранних левелах, как был в прошлой игре от команды Not Today, или не будет, увидим. Не хотелось бы наблюдать, потому что, в общем-то, это игра одного файта становится, и ты смотришь-смотришь катку, смотришь-смотришь, потом кто-то умирает, и понимаешь, что бараков и Т4 вместе с троном у команды уже не имеется. Сразу же отвалились у нас игроки, я так понимаю, да, игра у нас пересоздается. Ладно, пересоздается по героям, вы увидели. Сейчас небольшая пауза, переподключимся, пока что никуда не уходите. Одна минута, и мы будем в матче. Продолжаем увлекательную музыку слушать. Ну и можем пока в чате, можете задавать вопросы. Или опять же пишите мне в личку в ВК. Группа под Твичом. Под ссылкой, под самим окном трансляции есть ссылка на группу ВКонтакте. Там в администраторах все, собственно, найдете, увидите. Пока что пауза, пересоздается игра, перезаходим. This is 181.fm, your home for the best online music experience. When the lights go down in the city. With stations featuring songs from today's hottest artists. I'm afraid I feel
than 70 stations. Все, команды перезашли, можем постепенно врываться в игру. По пику, давайте сразу разберемся. Бэтрайдер от команды Not Today наверняка пойдет у нас на сложную. На миде останется Templar Assassin, Spirit Breaker, Troll Warlord. Или он, это скорее всего Т-3-пла, но Spirit Breaker у нас должен просто бегать по всей карте. В общем-то на лайне ему стоять вообще не вариант. Так что будем наблюдать. Экшена должно быть много, судя по пику. Со стороны команды ЕГЭ, Universe на Бестмастере отправляется на сложную. Ауи 2000 на Шейкере у нас, в общем-то, будет на лайне стоять. Сумаил на SF в мид. Ну и в легкую отправляется фармить Фир. И PPD у него на подсейв. Ну, понятно, чуть-чуть попозже придет Ауи 2000. Команда Not Today. Тут, в общем-то, все относительно понятно. Templar Assassin у нас стоит в миде. На сложной Ван будет играть на Бэтрайдере. Кстати, удивительно. Ван у нас на Бэтрайдере, а не на фармящем герое в прошлой. Катки играл у нас Вен на Сларке. И там, конечно, устроил невероятное зрелище для команды ЕГЭ. Естественно, это все в кавычках. И это не зрелище было, страх и ужас. Команда ЕГЭ по всей карте в лице всех персонажей, кроме Фира, лилась бесконечно. Ифрит отправился фармить в легкую. У Ифрита на подсейв будет, будет Леон. И, в общем-то, тут Spirit Breaker тоже, я думаю, частенько будет загуливать на топ-лейн. Юниверс уже чекает у нас ситуацию на карте благодаря птичке. Вот сразу три игрока команды ЕГЭ. Застопили у нас Смэша. Смэш отходит у нас с руной Баунти, а здесь руну Баунти забирает Фир. Пока все сражались за топ-руну, Фир спокойно на одинокого забирает у нас на нижнем лайне руну. Фир отправляется уже с кое-каким бустом по золоту и по левелу. По закупу. Стаут Шилд имеется, имеется Ring of Protection, есть Танго. Ну, короче говоря, Фантом Лансер у нас будет выходить, в общем-то, я думаю, в стандартный билд. Как и антимаг в прошлой катке, как и любой персонаж от Фира, который фармит. Все спокойно, выверено, все по гайду. И это работает, это действительно работает, иначе лишено бы смысла было вообще писать какие-то гайды. А Бестмастер стоит на сложной. У него, в принципе, такой же закуп, как и у, на легкой линии у Фира. В общем-то, практически идентичный, за исключением разве что обсервера, который не его, а отдали ему саппорты.
Ифрит у нас фармит против Юниверса. И думаю, Ифриту тут будет не так просто. Сумаил в миде уже начинает гонять Смэша. Смэшу должна прилететь банка, да. Смэшу прилетает банка. У СФа банка уже имеется также. Ну, в принципе, закуп вы видите абсолютно идентичный. Пробустили на танго, 2 Iron Branch и банка. И здесь та же история. 2 Iron Branch и банка. Сумаила пока что имеется уже плюс 6 по дэмэджу у Смэша. Ну, у Смэша больше дэмэджа, тут через рефракшн, понятное дело, крипов добивать гораздо легче. Но опять же, все это конечно, как и у Сумаила. Но у Сумаила плюс 70 будет нон-стоп, когда наберется нормальный некромастери. А у Темплар Ассасин выше, чем рефракшн 4 левела, плюс дэмэджа не будет. У Юниверса тем временем тут, я смотрю, прогулки с крипами. Юниверс, в общем-то, ну, стандартно у нас держится сложная линия. Крипов отводят, хотя и крипы эти обычно умирают и погибают в пользу команды, которая стоит на легкой. Честно говоря, такой мув мне не очень ясен, но это разве что для того, чтобы спокойно зафармить по таверам крипов соперника. Ну и так, неплохо. Юниверс на сложной пока стоит получше, чем в прошлой катке. В прошлой катке он 3 раза умирал и крипов добил, наверное, меньше, чем умирал раз. Пока на первом месте Фиру. Фира 15 на 5. На втором Сумаил 12 на 4. Дальше уже тролль. Ну и Темплар Ассасин проседает у нас по крипам. Сумаил действительно лучше фармит, причем намного. 12 на 5 у него, 5 на 5 у Смэша. Смэш серьезно уступает своему сопернику, хотя вроде все есть для начального фарма. Рефрекшн дает очень крутой буст по дэмэджу, но тут Сумаил, в принципе, просто, я думаю, вопрос, действительно вопрос скилла игрока. У Сумаила очень хорошо получается фармить, и вообще у Сумаила очень хорошо получается играть в доту. Правда, на прошлой катке он этого не продемонстрировал, но там Сларк загнал всех и вся, и Сумаил на миде на тролле тоже толком ничего не вынес. Уже имеется плюс 36 по дэмэджу. Это без артефактов, не надо тратить деньги на какие-то артефакты, в то время как Templar Assassin придется что-то докупать или хотя бы элементарно ману тратить на Refraction, который тоже рано или поздно заканчивается. Ну, классно, приятно наблюдать за данным противостоянием. Смэш у нас под хостой пока бегает и проседает по ХП. У Сумаила 19 на 7, у Смэша 8 на 6. Мид пока команда ЕГЭ выигрывает. Легкая для Фира, 26 на 10, но тут постоянно просто образцовый фарм. Фарм действительно топ уровня, хотя ему так толком никто и не мешает, на сложной вообще никого нет. Где Бэтрайдер? Бэтрайдер, наверное, сразу отправился в лес. Да, у нас Вен сразу же ушел в лес, делает мультиспаун, и здесь скоро будет Фаерфлаем их выфармливать. Странно вообще, Фиру зачем давать такое раздолье на лайне, мне непонятно. Возможно, был смысл постоять здесь, но с другой стороны, понял у нас Вен, что может и агрести на лайне. СД и лансер, который копья в спину забрасывает, это неприятно. У Пейла появляется рецепт на Мидас. Если Мидас будет на 5-й минуте, Пейл пойдет у нас постепенно в отрыв. Приходит сюда Спирит Брейкер. Спирит Брейкер 2-го левела, Фантом Лансер 6-го. Что тут Спирит Брейкер, кроме смерти, хочет найти, мне, честно говоря, непонятно. Ауи у нас выходит против Смэша посражаться. Где в это время Сумаил? Сумаил в это время выфармливает стаки крипов. У него все хорошо по золоту. По нетворсу на первом месте Сумаил, на втором месте Фир. Команда ЕГЭ на 1000 по графикам опережает своих соперников. Ну и по экспириенсу более 500 также впереди. 5 минут у нас позади. Пока никаких выходов, никаких агрессивных мувов ни с одной, ни с другой стороны мы не наблюдали. На прошлой катке, по-моему, Юниверс к 5 минуте уже 3 раза умер. И Сларк там Killing Spree заработал на миде. Пока ситуация не такая. Я думаю, ЕГЭ подсобрались, потому что, ну, так лица команде, которая реально ниже классом, чем ты, это, конечно, провал полнейший. Ну, я думаю, немножко взбодрились и проснулись игроки команды ЕГЭ. Выполнили свой Ice Bucket Challenge, теперь будут немного пободрее. Стоит здесь перед Брейкер в кустах и, собственно, чего ждет, непонятно. Врываться на ПЛ в соло — это верная смерть. 3-го левела Спирит Брейкер, но здесь
МСТ Као просто получает опыт. Ничего больше крипов забрать у него точно не получится, а какой-то опыт заработать хоть как-то да вывезет. Ну, Фир продолжает фармить. 43 на 13, Мидас имеется. Экшен на карте у нас, я думаю, откладывается до более благоприятной ситуации. PPD у нас отправляется в легкую. Будут пытаться забрать, видимо, Спирит Брейкера. Это не так просто. Спирит Брейкер Раш у нас за Т2, хотя сейчас можно попробовать Фиссуру запустить. Ауи без смока спокойно зашли. Ну, здесь Спирит Брейкер далеко в кусты отходит. Не подставился, и это уже хорошо. У Сумаила ничего пока особенного, а вот у Бэтрайдера на 7-й минуте даггер. Это уже серьезно. Вен опять начинает роскошно этот файт, как и прошлую катку. Прошлую катку Вен вообще был вне всяких похвал в начале матча. И теперь до 7-й минуты у него уже имеется в этом билде даггер. Юниверса стараются зацепить, но Юниверс здесь по ХП уходит. Во-первых, 9 дефа, во-вторых... И по ХП у Universe 750. В общем-то, не такая уж сладкая цель для команды Not Today. Но я думаю, тут через Charge of Darkness попытаются забрать. Да, Charge of Darkness проюзали на Universe, врыв. Имеются, в принципе, топоры, подкоп, Universe погибает. Повторяется ситуация. Немного попозже по таймингу Universe погибает, но тем не менее умирает первым. Ну что, вот и, собственно, понял Сумаил, что за артефакт имеется у Вена. Сумаил здесь под Файрфлаем и под напалмами просто рассыпается. 0-2. Not Today опять начинают серьезно. У Бэтрайдера крутейший тайминг реально на даггер получился у Вена. И реализация тоже на 100%. Задумка 5, реализация 5 с плюсом. Ворвались на перебыковавшего СФа на миди, и вот Т1 разобрали. Куда-то у нас отправился трамвай по имени Спирит Брейкер. Это все на топ, но, по-моему, это на иллюзии, если не ошибаюсь. Нет, это просто на крипов. Пришел сюда немного пофармить Спирит Брейкер. В это время рассыпался тауэр на нижнем лайне. По фарму на первом месте Фир, 4600. На втором месте у нас Ифрит на легкой. Ифрит тауэра не забирал. Поэтому, собственно, и 500 по голде проигрывает своему номинальному оппоненту. Темплар Ассасин отправилась на Эншентов. Здесь мультиспауны есть. Ну, можно через Рефракшн, через Псиблейдс. Почему бы и не фармить? В принципе, ситуация к этому располагает. У Шейкера 500 по золоту. Сумаил отправился в лес. У Сумаила Belt of Giant Strange имеется. Тут готовится выход в Power Threads. Ну, ждем. Я думаю, Сумаила, в принципе, на СФе... Не так давно я наблюдал, там классическая по данным тенденциям сборка. Это Dagger, это Yuul, а дальше уже БКБ и после БКБ Айовскади. Поднял ветра, ворвался, дал ульту под ноги. А дальше 1-2 удара, там уже от персонажа зависит. У кого сколько было ХП, Леону, я думаю, хватит и одного ульта при фуловом некромастере. А у Сумаила некромастере уже фуловый, в принципе, уже можно будет... При удачных каких-то стечениях обстоятельств реализовать полученные артефакты. Но пока ничего не покупает, возможно, и не будет Power Threads фармить. Фир несет себе Blade of Alacrity, и Фир также докупает себе Race Band. Зачем Race Band? Ну, это до Аквилы. Пробустить базилку, и понятное дело, что готовится выход в Diffusal Blade. Драки как таковые не появились. Драка на Сумаила. Выход на Сумаила, в общем-то, неорганизованный был. Там Сумаил сам организовал свою смерть. И, собственно, какого-то массированного выхода не было. PPD у нас ловит Finger of Death и, скорее всего, умирает. Опять же, он еще на трэп наступил. Надо PPD как-то подсейвить. Но здесь АУИ 2000. Фиссурой закрывают у нас Смэша. PPD разваливается с одного мелда. Врывается у нас Вен на хайграунд. Потащил Шейкера. Шейкер не доживает до хайграунда. Трипл килл от... Смэша. Вот этот на фиделе у нас. Темплар Ассасин. 2400 уже на руках. 5-0. Команда на туда и впереди. Только хотел сказать, что даггер просто сам в руки Смэшу прилетел. Покупает моментально даггер у нас. Темплар Ассасин. Все, она теперь мультимобильная. Фазы есть. Трэпы имеются. Трэпы скоро вторые будут. И даггер с фазами — это, конечно, жесть. Дальше уже Яша и Манта Стайл. Все это немного попозже. Но по таймингу... Даггер и фазы — это, конечно, невероятно быстро.
По нетворсу она на четвертом месте. Она, я говорю, Templar Assassin. Ну, конечно же, он Smash. Врыв у нас в Ифрита. Ифрит должен сыпаться. Не успел у нас подкоп дать Леон. Леона прячет в Астрал. Тут Леон сейчас выйдет и развалится. Ну, нормально. Хаслема Мауи за боль прошлого матча отомстил у нас Леону. Леон погибает. 2-5 по итогу файта. Не покажут нам, видимо, тролля. Да, покажут нам тролля. 1000 заработали по золоту ЕГЭ и по экспириенсу. Тоже 2000 в пользу команды ЕГЭ. Сумаил начинает получать от Смэша. Выложил Belt of Giant Strange Сумаил. Тут в панике. Еул прилетает. Скорость мува уже есть. Правда, маны на Requiem of Souls нет. Да и 11 левел до файта. Если бы он собирать, было бы тоже неплохо у Фира. До Refusal Blade остается 500 по золоту. Hand of Midas есть. Это небольшая проблема. У Бэтрайдера тем временем появляется Boots of Travel. Тайминг у Вена тоже роскошный. 3 ассиста, фрагов пока что нет, но участвует во всех возможных файтах на карте. Плюс отлично отфармил лес, все по таймингу, все по фэншую. Очень круто у Вена по таймингу дела обстоят. Выход от Not Today на Рошана. Об этом должна, да, об этом точно знает команда ЕГЭ. Во-первых, здесь есть Vision, во-первых, здесь есть трэпы. Ну, прочекали, еще и прочекали. Врыв будет ли Атауи, Атауи нет эхо слэма. Сумаил у нас разультился. Ульт сразу по двоим попадает. Минус дэмэдж у нас от тролля. Разваливается у нас Леон очень быстро. Залетает Сумаил у нас на хайграунд. Нельзя никак отсюда уйти Сумаилу. Сумаил будет просто погибать. Ну, это жесть. Сумаил ветра себя поднимает. Возможно, попытается как-то никак не подсейвить самого себя. Тут уже... Старается как можно больше дэмэджа внести. Живет еще Сумаил. Ну и на последних секундах добивает его Вен. Выжив купается у нас перед брейкер. Прибегает файт Фира. Надамажили. Фир получает ульту в лицо. Фир тоже рассыпается. 2 в 2 подрались. И Аегис не видел я. Выбили, да? По-моему, из тролля выбили. Аегис, скорее всего, все-таки 3 в 3 у нас. Драка. Да, умирает еще у нас и Шейкер. 3 в 3 закончилась драка. 5-8 счет. Да, все верно. Ну, по золоту, по экспириенсу разница небольшая. Даже озвучивать ее нахожу бессмысленным. У СД уже имеется урна. У СФа 690 на руках. Это после Юла и собранного Power Threads. У Бесмастера 2300 на руках. Юниверсу пора уже купить Dagger. Да, Юниверс понимает, о чем я говорю. Юниверс все слышит. И Шейкер тут без Dagger. У Шейкера Soul Ring кое-как насобирался. 0.25 у нас идет Ауи 2000. У Фантом Лансера 150 не хватает до Дефьюжуала. В файте вообще бы не лишний был данный артефакт, но по таймингу просто-напросто не успел у нас Фир. Все, летят уже диффуза, собранные в курице. Что со стороны команды Not Today? У Спирит Брейкера Power Threads до урны совсем немного осталось. У Леона 520 после Транквил. Леон себе занял позицию в кустах. Зачем, если нет даггера? Как ты будешь вырываться, непонятно. У тролля есть Яша, есть Мордип Маск, Фейсбуцы и Ринго Факвила. Ну, стандартная сборка от тролля, все, в принципе, понятно. У Темплар Ассасин появляется Митрил Хаммер. И что-то мне подсказывает, что при таком развитии событий Смэш у нас в дэмэдж пойдет. И, скорее всего, это появится Дизоль. Было бы интересно на это посмотреть. Ну, Дизоль нормально контрит СФ, а СФ не вывозит тот дэмэдж, который ТА должна в него вливать. Под полным рефракшеном, под ударом из молда, опять же молд промакшенный, там СФ рассыпается просто в щепки. Ну, это даже визуально. Создатели игры Dota прорисовали, вы прекрасно знаете, что после смерти СФ в разные стороны куски его летят. 1800 на руках у Сумаила. Команда Not Today собралась на топе. Байтит на себя Spirit Breaker. Близко все. Близко у нас Леон. Ну, Леон уже не надоело, наверное, стоять в кустах. Позицию занимает у нас Вен. Врывается у нас Юниверс. Возможно, это в Юниверса. Сейчас ворвутся. Разгон у нас уже на Юниверса. Остановили у нас Spirit Breaker. Нет, бежит у нас Spirit Breaker. Подкопали Ауи 2000. Ауи 2000 должен давать Эхо Слэм. Эхо Слэм в никого просто. Ауи 2000 проюзал. Тут Фир уже пришел. Фир начинает наваливать диффуза. Свое дело теперь сделают. Развалили у нас еще и Леона. 3 в 1 подрались. Даблкил для Сумаила. 8-9. Команда ЕГЭ вплотную по фрагам подошла к своим оппонентам. По золоту, я думаю, ЕГЭ должны быть впереди.
Давайте посмотрим. Еще нет, но графики, по-моему, не обновились. Ну, обновим через секундочку. 16 минут позади, у Фира 1200 еще на руках поверх диффузов. По фарму на втором месте. На первом месте Сумаил. У СФа прилетает Мека. Не первым артефактом серьезным, а вторым Сумаил собирает. Но на 16 минуте это неплохой тайминг. У Вена уже готов форстав. Единственная проблема — купить рецепт. Нет, рецепт куплен, форстав есть. Dagger, форстав, Boots of Travel. Осталось купить БКБ и Шивас Гвард. И, в общем-то, Бэтрайдер будет укомплектован такими темпами. Минутик 28, наверное, 30. Все может быть. И у Бэтрайдера будет данный набор артефактов. Пока что Вен отыгрывает великолепно. Фраги не стилит. Врывается круто, ассистит. И тут уже совсем другие ребята решают ход файтов. Я говорю, конечно же, о Темплар Ассасин. Сейф вариант пошел на смэш. Приобретает себе Огур Клаб и будет БКБ собирать. Врываются у нас на Ауи. Ауи опять погибает, не выходит из стана. PPD ловит у нас в дизрапшн Спиритбрейкера. Но здесь Спиритбрейкер просто не вышел из стана. Юниверс накричал на него, Спиритбрейкер постоял в ужасе и погиб. Нормально, с руки уже наваливает Фир. 9-10 счет, один в один разменялись. По золоту тут размен, в принципе, никчемный. Озвучивать и считать не буду. По графикам. Команда ЕГЭ выходит вперед. 500 с лишним. По экспириенсу чистейший 0. Чистейший. 10 разница в опыте вообще не считается. У Templar Assassin БКБ уже появился. Осталось только принести себе курьером. У тролля появляется Сенджин Яша. Мордип Маск. Ну, дальше все по-старому. В принципе, можно было по номинатору уже купить Эфриту. Не думаю, что будет лишним. Но пока что ничего не собирает. У Вана 900 сверху после форстафа. Откуда у нас Ван берет деньги? Вообще не могу сообразить. Вроде бы все время бегает по карте. Вроде ничего серьезного не происходит рядом с ним, а постоянно, как ни переключусь на него, плюс еще плюс 1000. На третьем месте у нас... Нет, на пятом месте у нас Ван, на третьем месте в своей команде. Практически 8000 уже насобирал. Команда ЕГЭ под смоком заходит на секрет шоп своих оппонентов. Увидели у нас Ифрита, наорал на него Юниверс, Ифрит пока что стоит, Фир врывается сюда и Ифрита скорее всего разберут, но это вопрос одного удара. SF, про, кстати, крутейший тайминг от Сумаила. Так, у нас Эхо Слэм пошел от Ауи по двоим сразу, на лоу хп Спирит Брейкер, здесь Темплар Ассасин в БКБ. В общем-то дамаги от Эхо Слэма не получила, но отсюда Смэш старается уйти и скорее всего уйдет. Да, уходит у нас Смэш под собственный фонтан, даблкил у нас от Фира. Смэш ушел живым. 12-11. Команда ЕГЭ выходит вперед. 1100 заработали по золоту и по экспириенсу 3300. До хрена, я бы сказал, действительно до хрена на 19 минуте за плюс 2 фрага в файте. Это, конечно, многовато. У Фира 2500 и Boots of Travel имеется. Еще и 2500 сверху. Фир наверняка у нас пойдет в стандартный билд. Я думаю, тут появится скоро Тараска. И дальше с этими иллюзиями хрен пойми вообще, что делать. Так, что-то себе купил. Купил Яшу. Яшу и Манта Стайл будет для Фантом Лансера. Тоже, в принципе, стандартный вариант. Бэтрайдер тем временем собирает у нас Блэк Кинг Бар. Иного варианта для него не вижу. У тролля тоже постепенная сборка в БКБ. Огр Клаб уже имеется. У Темплар имеется Блэк Кинг Бар. И в последнем файте Смэш все необходимое продемонстрировал. Если бы, я думаю, не БКБ, никуда бы у нас Темплар Ассасин не улетела. Батл Транс от тролля зачем? Скажи-ка, пожалуйста. Ну, тут просто на Эншентов. В это время Сумаил у нас Эншентов на своей стороне забирает. По фарму он на первом месте. Режим Наги у нас включил Фир. Я смотрю, иллюзия отправляет на товара. Постепенно будет спушивать их. Ну, почему не пользоваться? Такая крутая штука. Почему бы не обузить? Вот такой вот вариант от Сумаила. Некра второго левела. Сразу же появляется у мидера команды ЕГЭ.
Некра, вам не послышалось. Сумаил, я уже видел Некра на Сумаиле, там еще и рефрешер сверху собирался. Этот SF, конечно, после 40-й минуты становится просто бесполезным. Хотя там игра была против Спектры. Спектры в составе команды Not Today не имеется, но Templar Assassin, в принципе, может быть не лишено смысла. Templar Assassin по мане должна очень плотно проседать, да и по ХП, в общем-то, тоже. От тех же Некров, и если рефрешер еще соберет у нас Сумаил, а, по-моему, все именно к этому и движется, то тогда, конечно, ТА будет, бедняга, терпеть очень сильно. Фира у нас увидели на Эншентах, зацепили главного героя команды ЕГЭ, моментально разобрали. Что здесь делал Фир, никто толком не объяснит. Юниверс наорал у нас на Смэша, Смэш просто рассыпается, вот вам и Смэш. Рефракшена не было, Смэш погибает. В Мелт спрятаться вариантов никаких, потому что здесь бегают Некра. Еще, скорее всего, и развалят у нас Спирит Брейкера. Сумаил у нас продолжает погоню. Даблкил от мидера команды Evil Geniuses. Пока 2 в 1. И киллинг спри еще и для Юниверса. Ну, круто. Команда ЕГЭ очень круто подралась. И на 23-й минуте, в начале 23-й минуты, заходит на хайтграунд на Today. Байбеки у Templar Assassin нет байбека. У Спирит Брейкера нет. И у Леона тоже нет байбека. Да, Леон, в принципе, здесь и не нужен. Да никто здесь вообще не нужен, потому что команда ЕГЭ отсюда не уходит, а драться пока команда Not Today не способна. Вена подняли ветра, ульта под ноги, Сумаил unstoppable. Выкупается у нас Бэтрайдер, придет сюда, но зачем, скажи-ка, пожалуйста, Бэтрайдер? Ну, ЕГЭ развернулись и ушли. В принципе, по деньгам они достаточно много заработали в этом файте, плюс заставили сильно потратиться команду Not Today. Преимущество вырастает до 10 тысяч по золоту и более 8 по экспириенсу. Разгон на Фира. Для чего вообще? Зачем? Ну, здесь сразу 3 игрока команды Not Today. Фира бегут. У Фира, в принципе, доппельгангер есть. Надо успеть проюзать. Успевает проюзать. И, в принципе, и выйдет ульту Спирит Брейкера. Но это такой имбовый скилл. Это полнейшая жесть. Нас уж еле-еле от иллюзий убежал Леон на лоу хп. Этот доппельгангер, этот ужас просто, который для соперников, кошмар полнейший. По-моему, слишком имбово, даже непонятно вообще, что с Фантом Лансером случилось. Во-первых, можно и выйдеть все, что угодно, любой скилл. Это фактически фейс-шифт пака. Во-вторых, это возможность залезть на любой глиф. Просто проюзать этот доппельгангер на глиф, который рядом с тобой, и зайти на хайграунд. И никто тебе толком ничего сделать не сможет. Ну, жесть, это встроенный мини-блинк, и плюс иллюзии, и плюс это пассивка. По-моему, слишком имбовый у нас лансер. Поднимают у нас Спирит Брейкера. Куда ты побежал вообще? В Disruption у нас PPD стоит, PPD, скорее всего, рассыпется здесь. Да, PPD у нас погибает, правда, погибает также Леон. Эхо слэма Тауи, рассыпается у нас Ифрит. Это только потерянная Эгис, но это, опять же, вопрос времени. Погоня пошла у нас за Смэшем. Так, в это время у нас Ифрит должен здесь гибнуть. Ифрит убегает как можно дальше отсюда из файта. Врывается Спирит Брейкер, Спирит Брейкер отсюда не уходит. Уже минус 3 для команды над... для команды, точнее, ЕГЭ. Над туда и... В принципе, 4 смерти было, но это потерянный Аигис у нас от тролля. 4 в 1 подрались. По-моему, ЕГЭ не собираются отдавать вторую катку своим соперникам и доступно об этом объясняют. 19-13. Ауи крутой слэм дал, рассыпался у нас там тролль, ничего толком не проюзал перед смертью, ну и рассыпался в итоге Спирит Брейкер. Смэш в Мелде стоит. Но сейчас Некра будут. Нет, Некра не будут проюзаны. А где, кстати, Некра у нас в откате? Смэш у нас начинает наваливать по Сумаилу. Сумаил разультился под ноги. Все это Леону. Леон живой. Сумаил в хиксе отсюда отходит. Врывается у нас Фир. Фир здесь действительно ошибку сделал. Фир может поплатиться за свою ошибку. Доппельгангер. Фир живой. Хотя ненадолго. Ушел все-таки у нас Фир в таверну. Сумаила здесь начинают контрить. Ну и Сумаил здесь против четверых толком не подерется. Поднимает себя в ветра. Даггер не откэдэшится. Сумаил погибает. Бэтрайдер забирает Unstoppable Streak. Леона разменяли на Фира и на мидера команды ЕГЭ. Тут по денежкам у Not Today вопросов никаких. 3000 заработали и 6400 по опыту.
На 25-й минуте экшен, по-моему, у нас сногсшибательный на карте происходит. Пока небольшая пауза. Пауза точно будет без Сумаила, без Фира. Дефать Тауэр никто не будет. Давайте по артефактам разберемся. Начнем с кор героев у Templar Assassin. БКБ имеется. Blade of Alacrity. Тут готовится выход в Яшу и... И, собственно, все. У тролля тем временем после Сенжин Яши появляется Мордип Маск и Блэкинг Бар фуловый. У Бэтрайдера 1100 на руках. Ну, совсем немного осталось до рецепта на БКБ. Леон пока без даггера. Ну, у Леона 1.7. Какой вообще даггер? О чем речь идет? Спирит Брейкер, в общем-то, тоже начальные артефакты вынес. Но сейчас уже мидгейм начинается. Пока Спирит Брейкер не по сезону одет. Урн оф Шадоус и Power Threads. У команды ЕГ, начиная с саппортов, PPD, Транквилы и Урн оф Шадоус 900 сверху. У Юниверса на Бестмастере есть Аганим, есть Даггер, есть Soul Ring, все необходимое для файта имеется. Шейкер тоже с Даггером, у Шейкера также есть Soul Ring и Транквил Бутсы. Ну и теперь по серьезным дядям. SF, третий Некра, ЮУ. Blink Dagger, Power Threads, ну и 3000 на руках имеется. У Phantom Lancer 2700 на руках, это после собранного Манта Стайла. Ну, Фир классно фармит, Фир действительно выфармливает более чем серьезно. Тролль идет сразу после Фира и уступает ему, ну, 3000 точно Эфрит уступает. На первом месте, безусловно, Сумаил, 18300. Готовится драка за Т1. Будет ли она? Глиф проюзали. Сумаил готов драться. Будет ли врыв у нас? Птица, в принципе, видит все и контролит. Юниверс вместе с PPD бежит. Ну, есть же Блинк. Есть же Аганим. Нет, не достает, видимо. Юниверс? Да, не достает. Еще и разгон от Спирит Брейкера. Но это ошибка будет, если у нас СБ сюда направится. Немного затихла ситуация на карте. Давайте посмотрим графики. 8000 по золоту ЕГ и по экспириенсу 6 с лишним тоже в пользу команды Evil Geniuses. Ничего нового пока не появляется. В принципе, деньги есть. Есть что у Сумаила. 3600, что у Фира. 400 на руках. Пока ничего не покупают. Может, просто до магазина не дошли. Его идут в наступление. Я думаю, к миду, к хайграунду должны подойти. Кто остался? Остался только Фир. Но у Фира есть по... Boots of Travel. Можно в любой момент прилететь. Нет, Сумаил отправляется на нижний лайн. Будет разбираться у нас с Спирит Брейкером. Получится ли? Поднимают ветра у нас Спирит Брейкера. Уль под ноги от Сумаила. Фиссура в лицо. И Спирит Брейкер на двоих разделен. Во-первых, разделен на два сам по факту. Потому что разорвало, конечно, очень сильно Спирит Брейкера. А во-вторых, еще и золото поделили между Сумаилом и Ауи 2000. Ответная реакция от команды Not Today. Во вражеский лес отправляется Смэш. Он в инвизе. Батит на себя Леон или не батит, непонятно. Кричит у нас Юниверс на Леона. Кабан настреливает нормально по Леону. Драки, наверное, не будет. Отдали Юниверса просто так. Здесь Доппельгангер и Эфир забирает еще один фраг. 7-3. У Смэша появляется Кристаллис. 830 сверху, после Яши появляется Кристаллис, еще не стал собирать Манта Стайл. Удивительно даже почему. Затишье на карте, команды только одинокие файты устраивают, и то сильно убивают сильно загулявших ребят, таких как, например, Спирит Брейкер, или таких, как Леон во вражеском лесу. Ну, Фиру... В это время уже летит Battle Fury. По фарму Phantom Lancer на первом месте. Обгоняет он даже своего тиммейта Сумаила. Немного совсем, там 200 порядка обгоняет, но тем не менее вырывается вперед. SF у нас собирается в Кирасу. Хиперстон уже имеется. Ну вот такой полу... Все, собрался у нас SF в Кирасу. Деньги все ушли на данный артефакт. Вот такой полусейвовый полутим персонаж SF.
Это больше не супер ДДшник, никаких дизоляторов, никаких дейдалусов, МКБ и прочего, прочих артефактов на дэмэдж. Это теперь реальный очень-очень мощный суппорт, иначе не могу сказать. Да, он еще и с руки неплохо наваливает. Ну, короче говоря, керри превращается в какого-то сэмми-керри. Действительно, вся команда у нас, это Саут-Керас, получает профит. Разумеется, от Некров тоже все получают профит. И от Мекки, от всего-всего-всего. Ну что, готов у нас врыв, PPD. Бросает у нас в дизрапт кого? Никто у нас не в дизрапте. PPD просто у нас погибает. Начинается драка. Драка разделяется на две части, точнее. На хайграунде у нас Спирит Брейкер наконец-то разваливается. Ауи врывается у нас. Ульту дал Вена и дал ульту в Леона. Погибает у нас в итоге Бэтрайдер. И Фрид разультился. И под БКБ очень сильно разваливает у нас Юниверса. Юниверс погибает. Сумаил ультит. По двоим разваливается тролль. И здесь смеш вообще на дичайшем лоу хп. 26-17. Фир с Сумаилом снимают порно. Иначе не скажешь. Тут полнейший разнос команды на Today. 26-17. Минус 4. Умер только Ауи. Но Ауи ульт дал. И умер Юниверс. Юниверс тоже вложился в этот файт очень серьезно. Мид, скорее всего, у команды на Today подгорает. У тролля есть байбек. Есть байбек у нас у... Да никто не собирается трогать мид. Фир отправился пушить Т4. Мид вообще не прикасается к нему. Спушивает еще один Т4. Что за мув вообще? Где Сумаил? Т4 второй падает. Доппельгангер провязал Фир. Сваливает Т4. Мид там... В принципе, мид для крипов может остаться. Темплар Ассасин заставили выкупиться. Это вообще next level разводняков на выкупы. Не хочешь выкупаться? Не хочешь выкупаться, чтобы сейвить мид? Мы тебе снесем к чертовой матери трон. Да, разобрали в итоге эфиром, но это был дичайший мув. Если бы были тиммейты близко, может быть, что-то и получилось бы. СД сразу же выкупается, даже непонятно зачем. Ну, в принципе, зачем с другой стороны PPD деньги? Фир, конечно, очень жестко. Это просто для каких-то серьезных учебников по доте. Это уже даже не второй класс, это где-то выпускной класс средней школы. Выходят на Рошана игроки. На Today выкупается у нас и Фантом Лансер. Летит Фир. Куда летит? Летит на птицу. Фир у нас доппельгангер сразу на Рошана. Смэш здесь рассыпается очень быстро. Вроде бы кор-герой, вроде мейн-керри. Фир, правда, у нас очень сильно проседает от тролля. На хайграунде стоит у нас Ифрит. Даже Рошан хочет его достать. Говорит, сделайте что-нибудь. Ну все. Ифрит посыпался. Фантом Лансер не контрится. Хэштег, хэштег, хэштег. Сложно, точнее, расконтрить у нас Фантом Лансера при данном стечении обстоятельств. Ну, просто рассыпается моментально Спирит Брейкер. Без ничего просто погибает. Понимает все команда на Today. Мы с вами тоже прекрасно все понимаем, чем это может закончиться. ГГ. Well played. Поздравляю. А вот у Сумаила Дизоль. Просто пощечину комментатору New Face на последних минутах. Видимо, слушал или кто-то сказал. Скажите, кто сливает инфу Сумаилу. Срочно ищем в чате. Ну что, ребят, поздравляю всех с интересными матчами. Это было приятно наблюдать и, я думаю, приятно слушать. Очень, по крайней мере, хочу на это надеяться. Комментировать мне было в любом случае интересно. На данном этапе мы заканчиваем игровой день. ЕГЭ против NAT Today заканчивают со счетом 1-1. Не забывайте, чтобы игровых дни были более насыщены, чтобы у нас была возможность получать какой-то фидбэк от всего, что мы делаем, а мы реально трудимся в поте лица, не забывайте подписываться в группу ВК прямо под Твичом. И не забывайте нажимать follow под Твичом. Все это, опять же, нарекаю, бесплатно и абсолютно безопасно. Все, услышимся уже завтра. Завтра большой, достаточно игровой день. Матчей должно быть куча. Опять же, Join Dota MLG Pro League. Я его буду освещать. Это студия Игрокам ТВ. У микрофона был друг. Целый день с вами. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся уже завтра.